В Амурском районе предлагается ввести запрет на продажу алкогольной продукции с 7 часов вечера. Законодательная инициатива о введении дополнительных ограничений по времени розничной продажи алкогольной продукции в собрании депутатов Амурского муниципального района обратился местный отдел Министерства внутренних дел. В соответствии с федеральным законом от 22 ноября 1995 года за номером 171 о государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления и распития алкогольной продукции в настоящее время введены ограничения на продажу алкогольной продукции с 23 часов до 8 часов по местному времени. По информации отдела МВД, на протяжении последних лет в Хабаровском крае наблюдается рост зарегистрированных преступлений, совершенных в общественных местах, причем каждое третье совершено в состоянии алкогольного опьянения. В отдел МВД России по Амурскому району неоднократно от граждан и общественных организаций поступают обращения по этой проблеме. Полицейские Амурского района предлагают запретить розничную продажу алкоголя с 19 часов до 11:00. Сейчас на сайте администрации Амурского района проводится социологический опрос по данному вопросу. Любой житель нашего района может принять в нем участие. Адрес сайта amursk-район.ru.